Календарная весна уже наступила, но зима не планирует сдаваться. Сегодняшний день прошел под знаком желтого уровня опасности. Ветер достигал 10-17 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Прирост снежного покрова за последние дни достиг 15 сантиметров. За сутки выпало до 30% месячной нормы. Коммунальные и дорожные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопадов. В ночную смену уже несколько дней подряд на республиканских и федеральных дорогах работают более 120 единиц техники. На муниципальных более 200. Завтра, 5 марта, ожидается похолодание до минус 15 градусов мороза. Мороза днем, а вечером столбики термометров будут опускаться до минус 25. Холодная погода может продержаться до середины месяца.